Так, попробую продемонстрировать надежность моего гравитационного инерционного ножа на торцевой удар. Вот, взял доску, очень толстую, новую, и будем бить. Вот, открыл, закрыл. Как видите, удар хороший и все держит. При этом нож продолжает работать. Могу еще раз. Так, видно, так что вот так вот. Подробности смотрите на моем YouTube-канале. Виктор Красников, часть 8.